завершает парад сводный оркестр. Командует сводным оркестровым полком начальник военно-оркестровой службы округа подполковник Сергей Волк. В состав сводного полка входит оркестр штаба Ленинградского военного округа, оркестр военно-учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона, а также оркестр северо-западного регионального командования внутренних войск МВД России. Сегодня здесь торжественным маршем прошли представители военных вузов России, представители МЧС,
военная техника, сводный оркестр, а также представители внутренних войск. Напомню, что во главе парадного расчета университета Государственной противопожарной службы МЧС России шел начальник университета, доктор военных и технических наук, лауреат премии правительства России в области науки и техники, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Сергеевич Артамонов. Ну а в строю батальона университета были личный состав 3-го и 4-го курса инженерно-технического факультета. Напомню, что этот вуз готовит специалистов по информационным технологиям и математическому моделированию, психологии риска, судебной экспертизе, а также правовому регулированию деятельности МЧС. Парад завершается. На дворцовый сводный оркестр. Телеканал 100 ТВ завершает праздничную церемонию. Я, Андрей Радин, от имени нашего телеканала поздравляю ветеранов войны и блокадников с великим праздником, праздником Победы. Спасибо вам за то, что вы подарили нам это чистое и светлое небо над головой. С праздником и всех горожан. Спасибо за внимание.